Астрологический прогноз от салона «Мандрагора». 6 февраля, пятница. У овнов будет присутствовать повышенное внимание к материальным проблемам. Планы могут сорваться из-за недостатка концентрации и обилия соблазнов. Но в целом выход за рамки привычных представлений о себе был бы сейчас очень кстати. Тельцам рекомендована высокая двигательная активность и лучший вариант подвигаться вместе с близкими. Не исключено, что вам вернут долг или последует какая-то другая выплата. А кто-то, наоборот, влезет в долги, решившись на крупную покупку. Близнецам рекомендуется отвлечься от грустных мыслей и направить всю свою энергию на создание личного и семейного благополучия. Многие выиграют, отказавшись от привычного способа проводить свободное время и заполнив свой досуг чем-то более энергичным. Раков ожидает важная встреча. Вам следует проявить осторожность при заключении сделок. Денежный приток будет зависеть от умелого управления ценностями других людей. Посещение сауны помогло бы вам расслабиться, отдохнуть душой и телом. Львы полны желания отличиться во всем, чем они занимаются. Некоторые потеряют в этом вопросе всякое чувство меры. Постарайтесь достичь внутреннего равновесия и действовать, руководствуясь любовью. Девам пора выбрать дело, которое их особенно привлекает, и начать вкладывать в него больше сил и намерения. В разговорах этого дня взвешивайте каждое свое слово. За опрометчиво сделанные заявления придется отвечать финансово. Весам рекомендуется занятие спортом. Желательно физические упражнения проводить в музыкальном сопровождении. Обстоятельства сложатся так, что ваши партнеры будут ждать от вас решительных действий, проявления инициативы. Скорпионы, в вашей жизни произойдут приятные изменения. Многие начнут новую деятельность, связанную с обучением или литературным творчеством. Поэты и художники могут с успехом использовать это время для создания шедевров. Стрельцы, ваши действия носят непредсказуемый характер. Долгосрочные планы пройдут испытание искушением, устоять перед которым будет непросто. Не огорчайтесь, если не все, что вы предпримете, будет поддержано окружающими. Поступайте так, как считаете нужным. Козероги склонны к проявлению самых расточительных сторон своего характера. Найдется немало желающих помочь потратить ваши сбережения. Обсуждая профессиональные вопросы, не теряйте объективное видение ситуации. Водолеям лучше воздержаться от крупных покупок. Возможно, отношения с любимыми станут причиной для переживаний. Отнеситесь внимательно как к тому, что говорите сами, так и к словам в свой адрес. Рыбы. Укрепится ваш авторитет среди сослуживцев. Хороший день для того, чтобы попробовать обеспечить себе максимально комфортное и радостное существование в свободное от работы время. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.